Томат, пузатая хата. Сколько же я мечтала именно этот томат получить в свою коллекцию. Сколько же я пересажала этих пузатых хат, вы не представляете. Сколько было пересорта. И также были не такие плоды, не то по урожайности. В общем, короче, было много чего не то. И, наконец-то, я получила ту самую пузатую хату, которая... Старинная пузатая хата. Посмотрите. Эта пузатая хата растет именно на улице и выращивает эта женщина, которая дала мне семена, именно на улице этот томат. Томат очень мощный куст, куст высотой чуть ли не под 2 метра. Но посмотрите, что он творит. Я вам даже показать не могу красоту всего этого томата. Томаты очень крупные, по 300, по 400 грамм. А этот, наверное, потом потянет и на все 500. Посмотрите, огроменные томаты. Куст просто ломится от этого урожая. Обалденная пузатая хата. Посмотрите, это что невероятное, что-то невероятное. До самого верха, вот еще у нее кисть висит, вот в самом верху. Посмотрите, томат уже бедный от тяжести, весь позавалился сейчас. И здесь у него еще есть незавязанные вот пимпочки. Вот еще тоже весь незавязанная гроздь, но томат почти под 2 метра высоту. Это просто что-то невероятное. Потенциал у него огромный, у этого томата, но не знаю, вот погода... способствовала, короче, сбросу цветов. Даже на улице томаты не выдерживали такую жару, не завязали часть кистей. Посмотрите. Просто невероятно. Посмотрите, какой огромный там висит томат. Это не томат, это просто огромный мешок. Очень красивый томат. И я думаю, что он с тем же самым настоящим старинным вкусом. Томат пузатая хата. Мой любимец. Томат пузатая хата. Наконец-то в моих руках настоящая пузатая хата. Посмотрите, какие плоды. Просто шикарные. Сейчас я взвешу вам. Так, это вот один из самых маленьких плодов. 242 грамма. Вот еще, посмотрите, какой красавец. 384. И вот он, гляньте. 459 грамм. Сейчас я вам самый большой разрежу. Покажу, какой он на разрезе. Этот томатик рос у меня на улице. Вот он, смотрите. Красавец. Сейчас разрежу маленький вам и скажу, какой он на вкус. Вообще, я уже этот томат пробовала. Очень вкусный. Настоящий томатный вкус у него был. Да, он настоящий классический вкус. Кислинки, пластинки, все в меру. Вот. Шкурочка у него тоненькая. Вот такой вот томатик пузатая хата.